мастик. Но я уже 3 раза ходил в сад сегодня. Вернее, это уже, наверное, будет 3-й. Ну, сколько ж можно? Вот вы туда готовы вечно ходить. Уже 2 ролика я снял. Я просто приехал домой. Смотрю, Марсик таким жалобным взглядом. И говорит: хозяин, ну пойдем еще разок сходим в сад. Вот, видите, он стоит и ждет меня. Марсик. Уже ящерицы спят. Все. Смотрите, вот у нас какая зима. Зима, зимушка, зима. Просто сегодня 31 декабря. Я уже ходил несколько раз по саду. Ну, давайте еще раз пройду. Не знаю, может быть, кому-то надоест, скажет, ну сколько можно показывать этот сад? Шучу, конечно. Вот идешь и рукой раз. Смотрите, и дотронулся. Вот оно. Приятненько так. Нежненькая такая елочка. И на ней снежиночки. Вот. Смотрите, какая елочка тоже красивая. Немножко колючая, но красивая. Ну, я постоянно показываю сад. Даже, я скажу, зимой все равно он по-своему великолепен. Да, это небольшой сад. Не то, что там парк или дендрарий какой-то. Это просто обыкновенный сад, который почему-то зрители, подписчики назвали Александровским садом. У нас еще есть и пруд, в котором живет Кузя Прудковский. Да, тут все у нас. Черепаха Мирабель. Ежик Федя. Пошли. Настенчик. Только сегодня я тебя прошу без драк, ладно? Пожалуйста. Так не хочется. Просто мирненько пройдем. Там в саду у нас работы идут. Продолжается. Ну, сегодня короткий день. Конечно. Ребята уйдут в обед. Ну, до обеда решили поработать. Хотя сегодня вообще-то рабочий день, вторник. Ну что, пойдем? Вот, вышли на дорожку. А я каждый раз к ребятам подхожу. Они скажут: ну блин, ходит тут со своей камерой. Мы тут работаем. Ну а как мимо них пройти? Все равно ж сад он по кругу дорожки. Я уже и слева, и с центральной дорожки проходил. Сейчас вот по левой дорожке идем. Вот у нас тут унаби растет. Вот смотрите. Гляньте, их сколько здесь. О, висит. Полно. Срывай и ешь. Такой плодик. Да, на. Жорка уже такой привередливый. Вот Марсик, он, на, Марсичек, он срок будет, что хочешь есть. А Мирка, она и без рук съест. На, Мирунька. Мира, на. Мира. На тебе. Мирка. Какое? Перехвалил. Не хочет она с рук есть. Она хочет со стола есть. 25 блинов. Положи, и она сама достанет и съест. И не будет унижаться. Вон, даже яблочки у нас, видите, моченые. Вон, висят. Такие маленькие.
вот у нас тут сосенки. А это знаете, что за палочки? Здесь грибы у нас посажены. Вот мы отметинку сделали. Вот они, палочки. Ну, главное, чтобы Мирка первая не увидела эти грибы. А то мы тогда не увидим. Жорка, когда приезжает в Краснодар, такой радостью хочет, ходит по саду и хочет гулять, и ходит. Все, здесь мы уже закончили. Вот перед этим я показывал видео. Мы здесь ремонтировали. С той стороны я показывал. Видите, уже ребята все заделали. Щебень засыпали. Убираем последствия пересадки, модернизации сада. Будь здоров, Масенька. Вот еще листья убрать. И все. Юра, а как ты помашешь человечеству? А, ох ты, я думал, ты головой. Нет. Могу и головой. Ну, давай. Серега, а ты как надсмотрщик над Юрой, да? Он тащит, а ты с палкой идешь. С лопатой. Слушай, уже третий раз я подхожу к вам. Передаете человечеству привет. Ну что, сегодня короткий день, да? До скольки будете? До двух. До двух? Ну, давайте. Красиво получается. Ну что, Марсенчик. Вот я вижу, знаете, уже у него когда твердая такая походка образуется, и он направляется в сторону Жорика. Не мягкая, а такая, знаете, поступь тяжелая. То это все уже. Это уже. Мируська, приготовься. А так хочется без драк. Вот видите, что мы делаем. Здесь было дерево выкопано, осталась вот проплешинка. Ее надо заделать щебнем, засыпать. Ну, к Кузе я не буду идти. Смотрите, как красиво у нас тут эти сосенки. Кузю мы уже проведывали. И корм я уже давал собачкам. Все, просто я пошел на поводу у Марсика. Марсик попросил меня, говорит, хозяин, давай еще разочек пройдемся. Ну давай, Марсенчик, вообще-то уже надо и домой мне идти. Нагулялся я с вами. А вот он, Тамариск, видите, какой. Смотрите, как красиво. И вот еще загадка, почему-то камень 5 лет пролежал, она 7-й год лопнул, видите, не знаю, неужели это вот его орех так расковал, видите, упал, и от удара трещина появилась, вон, Но меня радует то, что ветра нет. На Кубани ветры – это бич. Как завеет. Не знаешь, куда от него деваться. Ну что, пошли. Ракету мы убрали. Все, теперь видите, она у нас, знаете где? В металлике. Ну, в импульсе. Мою туда привязали. Там, к потолку. А вот она, смотрите, мое любимое дерево, белолиска. Смотрите, какая большая, как она грандиозно выглядит без листьев. Это
Это мангал «Ромашка» мы его называем. Здесь траву сжигаем. Он сделан из нержавейки. Полностью все, и сеточка, и дырочки. Видите, нашел где-то такую нержавеющую сетку и изготовили из нее. Зола падает он туда под низ. Мы ее потом собираем и удобряем. Деревья, кустарники. Вон у нас там тепличка. Тихо так на улице. Почему им нравится все время ходить вдоль забора и нюхать вот этот бордюр? Я не знаю, это загадка. Сначала Марсик ходил один. Теперь он посадил на это дело Мирку. А Мирка подсадила Жорика. Вот смотрите, аж дрожат. Аж дрожат они. Что там такое? Мируська, что там за забором? Понятно, что там другой мир. Гляньте. Она меня она не видит. Марсюха, что там такое? Я не знаю. Ну что там? Ничего там нету. Другой мир там. Все. Пошли. А Жорка-то, гляньте. Жорка. Здесь аж дрожит. Явно там что-то не то. Пошли со мной, все. Возвращаемся. Я вас сводил, погуляли, проведали. Все, идем. Ну, они тоже уже нагулялись. Идем по винограднику. Все, вот мы круг сделали. Круг. На круг у нас ушло 12 минут. Но это малый круг. Мы к Кузе не заходили. Мы только прошлись вот по периметру. Ну, можно сказать, по малому периметру. Еще до Кузи 50 метров там. Если весь круг пройти, то будет где-то метров, наверное, 300. Ну, сад длиною 100 на 60 метров, 200, ну, в общем, видите, на обход ушло у нас с остановками почти 12 минут. Идите, вот я вас на благодарности, вот так. Они, конечно, и сами поедят, на, Марсенчик, тебе. Вот так, Мируська, Мируська, иди. Иди быстрее, Мирочка, на, бегом, иди, Марсик, на, я тебя наклоню веточку, ешь, Мирка, быстрее, здесь же ты, спускайся назад, спускайся, нет, не с того мы начали, иди, да, что ж ты делаешь, я говорю, иди сюда, обходи, вот сюда, сюда, иди, на, я тебе, во, ешь, только осторожненько не уколись. Она немножко колюченькая. Ладно, пошли. Мирка сама себе найдет пропитание. Знаете, все, покормил я их, видите. Пока ходили по саду, они у меня дважды перекусили. Я не знаю, что с хозяином хорошо ходить. Он всегда найдет каких-то вкусняшек. Ладно, еще вам на выходе дам. У нас традиция такая. Всегда... Я их чем-то кормлю. Или колбаской. Или вот пироканта. Нате. Все. Ну что. Возвращаемся. Все. Это уже третья у нас. Третья. Третья прогулка. Все. Выходим. Лирик где-то там. А может, в будке сидит. Все. Вот мы и пришли к дому. Ну, что? Надо идти готовиться. Встречать Новый год. Все. А вот уже и какой-то снежок пошел. На руку падает. Ну что, земляне? Всем пока. С наступающим 2020 годом.